Серпухов – город туристический, и здоровье гостей округа в непростой эпидемиологической обстановке должно стать приоритетом для гостиниц. Соблюдение требований Роспотребнадзора в отелях проверили заместитель главы администрации Ольга Шашкова и представители комитета рекламы и туризма. Проверка проходила на основании постановления губернатора Московской области. Привокзальная площадь встречает туриста, прибывшего в Серпухов. Она дарит первые впечатления и краткий очерк о городе. Также и входная группа с ресепшн в гостиницах просто обязана произвести хорошее впечатление. И если раньше все ограничивалось обаятельным персоналом и стилистическим решением самой стойки, то теперь список пополнился санитайзером, масками, перчатками и разметкой социальной дистанции. В Руси, например, установлены бактерицидные лампы. На входе посетителям измеряют в обязательном порядке температуру, предлагают одноразовые маски, перчатки, обеззараживающие средства. Уборка в номерах проходит только с использованием средств дезинфекции. Помещение проветривается каждые 2 часа. Мы также обрабатываем ручки дверей, входы, полы. Везде гости видят, что нельзя ходить никуда, где красная полоса, за нее заходить нельзя. Вот, и поэтому они видят, что мы относимся правильно ко всем требованиям Роспотребнадзора. У нас везде есть дезсредства, ключи у нас, как положено по нормативам, хранятся в пакетиках, поэтому человек взял, с этим ключом он пришел, мы его опускаем сразу, мы не берем его, опускаем его в дезсредства, опять их просушиваем и кладем в новый пакет, естественно. В Корстоне были осмотрены ресепшн, номера и коридоры гостиниц. Проверено соблюдение сотрудниками противоэпидемиологических норм. Убедились, что все соответствует стандартам. То есть вы сами видите о том, что нанесена разметка на полу. Персонал работает в соответствии, да, с требованиями. Это в перчатках, в масках. Также все клиенты, посетители гостиницы, если пришли без масок, без перчаток, и могут получить на ресепшене. Также мы сегодня убедились в наличии средств антисептических, с которыми работает персонал клининговой службы. Поднялись в номер и увидели, как номера содержатся в чистоте. И даже номера убираются по новым правилам. Ательеры с рекомендациями Роспотребнадзора согласны. Сложность их выполнения не пугает. Предприниматели понимают, что лучше проявить особую аккуратность, чем повторить сценарий этой весны. Непривычно, но выполняем. Самое главное, чтобы гости чувствовали себя в безопасности. А мы, в свою очередь, напоминаем, что соблюдение простых правил, таких как ношение масок и использование санитайзеров, не прихоть времени, а реальный способ сохранить свое здоровье.